Всем привет! Пришла посылочка из Китая. И это подставка-штатив для микрофона. Сейчас мы будем ее распаковывать. Приступим. Здесь ничего у нас нет больше. Вот такая вот коробочка со штативом. А вот и уже прям все видно. Все, что находится внутри. Фильтр пантограф. Вот такой вот он. Так. Воу. Паук, самое главное, о чем я хотел прям попробовать. Я не знаю, конечно, он влезет в мой микрофон или нет. Но увидим, посмотрим. Держатель для стола, чтобы закрепить. Тоже сейчас будем все рассматривать. Ну и самый главный претендент. Вот он. Ну, блин, он такой, на вид, честно говоря, он очень миниатюрный такой. Так, все. Больше здесь ничего нет. Или, может, что-нибудь положили? Нет, точно ничего. Может, заначку какую-нибудь сделали. Китайцы. Железо. Сразу видно. Вот это вот же, точнее, не видно, чувствуется железо. Ну и по виду он видно. Он железный. Крепкий достаточно. Так, а это что у нас? А это у нас что за штучка? Ага, вот здесь вот крепить, поджимать. То есть вот так вот она прикручивается. И зажимает здесь. Вон там стягивается. Вон, видите, там внутри штучка. Дрючка. Она типа стягивает потом сам штатив, чтобы он крепко стоял. Так, понятно. Дальше у нас идет паук. Вот такой вот паук. Кстати, все, по-моему, пришло в целости и сохранности. Паук, кстати, пластиковый. Паучок пластиковый. Все вроде крутится, все вертится, ничего не поломано. Все отлично. Поп-фильтр. Интересная такая штучка. Вот такой поп-фильтр. Здесь все тоже все крутится, все откручивается. Все хорошо. Давно я себе хотел такую подставку заказать, давно. Вот такой вот он на вид. Довольно-таки все прям крепенько, надежно так чувствуется. Вот такой вот он штативчик.